Издательство Эксмо. Наталья Поротикова, София Жарова. Тело и одежда. Система стиля с человеком в центре. Читает Элнара Салимова. Введение. С чего все началось? Наталья. У юбки был длинный фартук из металлизированной ткани, надежный корпус из темной синей плотной шерсти и шелковая подкладка лимонного цвета. При длине почти в пол ни шлицы, ни разрезы у юбки не было. Она была устроена как труба, и внутренний слой не тянулся. Тем не менее, ходить в ней во время примерки вроде бы получалось. И после недолгого колебания я ее купила. Первый выход в новой юбке показал, что к походке гейши я не готова ни морально, ни физически я сдала вещь в ателье, где ей сделали разрез высотой сантиметров в 20 по переднему шву, прямо под металлическим фартуком. Как-то морозным утром я решила надеть ее. Дело было на следующий день после тяжелой тренировки. Через пять минут я поняла, что мне больно идти. Сделанного разреза хватило бы для минимального удобства. Но, во-первых, у меня все ныло после физической нагрузки, во-вторых, на улице был гололед, и мышцам приходилось делать двойную работу. Я одновременно и подталкивала себя, чтобы двигаться вперед, и тормозила, чтобы не упасть. До метро я доковыляла успешно, но ситуация запомнилась. Я поняла, как много сил трачу из-за неудобного покроя вещи, из-за невозможности делать в ней полный шаг. Боль подействовала как подкрашивание препарата под микроскопом, когда ткани и клетки становятся видимыми. Без боли я бы терпела неудобства, даже не задумываясь о нем. Как много всего, связанного с ощущениями тела, например, от одежды, в которой мы живем каждый день, может просто не доходить до нашего сознания. После истории с юбкой я задумалась о наполнении понятия удобства. Значение вроде бы для всех очевидно, но на практике разным людям удобны разные вещи. Скажем, я никогда не считала таковыми треники и худи. Вроде бы первое, что приходит в голову, когда говорят ⁇ удобная одежда ⁇ Зато очень люблю хорошо сидящие пиджаки. Моя подруга Галя, она еще появится в этой книге. Любит в определенных ситуациях носить узкие юбки, а я в них не могу ходить и так далее. Для одних удобство это мягкие материалы и абсолютная свобода движения. Другим важно ощущение поддержки, которое дает жесткий пояс или корсет. Кого-то мобилизуют туфли на высоком каблуке, а кому-то важна заземленность по Александру Лоуну. Удобство устроено сложнее, чем кажется, и разобраться в нем стоит. Кто я такая? Меня зовут Наталья Поротикова. На работе я редактор спортивного медиа, а в свободное время энтузиастка моды, журналистка и блогер. В 2013 году в моей жизни произошли два судьбоносных события. Я выиграла грант на обучение в Московской академии моды, откуда вынесла общие знания об индустрии и несколько полезных знакомств, и официально пробежала первую в жизни десятку. С тех самых пор я пишу о моде. В разные годы это были афиши, коммерсанты, несколько отраслевых журналов. Изредка даю комментарии на телевидении и радио, как спортсменка и модный эксперт. Веду собственный блог robotesse.com и бегаю. В 2019 году в 37 лет я пробежала 236 километров 835 метров и заняла первое место на Кубке России по суточному бегу перевыполнив норматив мастера спорта международного класса на 11 километров. История с телом и одеждой во многом появилась благодаря ультрамарафону. Контакт с телом в суточном беге очень важен. Большая часть текста в этой аудиокниге рассказана от моего лица. Записи со слов Софии Жаровой, соавтора книги, комментарии физиотерапевта Анны Малицкой и интервью с героями отмечены отдельно. Кто такая София? София Жарова — дизайнер, конструктор и владелица собственного ателье. В этой книге она отвечает за практику. Вместе с Софией мы написали раздел «Составляющие гардероба» и много обсуждали все остальные темы этой книги. Совмещение в одном человеке ролей дизайнера и конструктора — не самый распространенный случай в российской моде и очень ценный. София знает не только, как сделать человека более привлекательным за счет одежды, но и может рассказать, как вещи устроены, как они ведут себя в движении, и ей это важно. Например, в первом же детальном разговоре об одежде София рассказала мне, что балансы вещи не существуют в отрыве от конкретного человека, ее надевшего. Нельзя сказать, у этого платья нарушен баланс, пока оно висит на вешалке. Одна из множества ценных черт Софии ⁇ исключительная клиентоориентированность, то есть умение понять запрос человека и искреннее желание его выполнить. Чувствительность к нуждам клиентов позволила Софии накопить серьезный багаж наблюдений за тем, как одежда взаимодействует с телом. Почему нам всем? нужен новый взгляд на удобство. Известные действующие школы стиля заботятся в первую очередь о том, как человек выглядит со стороны, то есть отводит главную роль зрителю. Об удобстве либо не упоминается вообще, либо говорится неодобрительно. Порицание удобства — настолько нажористая тема, что я посвятила ей целую главу «Удобство и мораль». Этот взгляд устарел. На предстоящую перемену точки зрения указывают и масштабные общественные процессы, главные из которых — демократизация, и изменения в самой моде. От бодипозитива в рекламе до колоссального подъема уличных брендов с их свободной одеждой. При этом до массового потребителя, который в индустрии не варится, попытки моды по-новому осмыслить саму себя доходят только через несколько лет. Слова с идеями сильно запаздывают за образами. Мода нулевых прошла, оставив свой след разве что в костюмерных. Зато идеи тех лет и более ранних продолжают свое шествие теперь уже по лентам соцсетей. Десять вещей, которые вас старят, пятнадцать предметов гардероба, которые выдают в вас провинциалку, какие женские вещи ненавидят мужчины. Длина миди визуально режет ноги. Это старит, то не по возрасту. Все эти «что можно носить и чего носить нельзя» вызывают стыд. Но, увы, для многих людей они пока еще работают, привлекают внимание и гарантируют авторам просмотры. На что люди до сих пор покупаются, когда речь идет о стиле? Живучая как сорняк идея, либо красота, либо удобство — часть большой системы лжи. Искажение истины здесь в том, что оценка преподносится как объективный факт, изменчивая как непреложный закон, а устаревшие реалии как действующие. Принцип красота либо удобства стал реальностью именно женского гардероба после рокового разделения женской и мужской моды на разные индустрии в конце XVII века. С тех пор многое изменилось мужские и женские вещи сплошь и рядом делаются одними и теми же брендами и продаются в одних и тех же магазинах. Правда, иногда у них заметно отличается качество, об этом мы поговорим отдельно. При этом мужчинам никакого противопоставления красоты и удобства не навязывают. Так с чего бы ему быть законом в женской? Идея правильного возраста. С одной стороны, возрасту надо соответствовать, с другой приветствуется выглядеть моложе своих лет, но не молодиться при этом. Если вам кажется, что эти требования противоречивы, вам не кажется. Идеалы, образцы для подражания, исключительны и недостижимы. Но они и выбраны не для того, чтобы вы им на самом деле следовали. Они выбраны, чтобы вы все время пытались и никогда не допрыгивали. Как и во многих других случаях, Угодить системе, которая оценивает и порицает возраст и внешность, невозможно. Вы получите не за то, так за другое. Стареешь и это видно? Распустила себя, получи. Не хочешь стареть? Делаешь подтяжку? За искусственность получи. Стареешь не потому, типа, что мы и маск? Просто так получи. Представление о том, что высокие росты и длинные ноги – это идеал и ориентир. То, что стилисты называют исправлением пропорций, сводится чаще всего к тому, чтобы женщину визуально уменьшить или вытянуть. Аудиокнигу в полном аудиоформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине Литрес. Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания.